Привет! Сегодня мы поговорим о застенчивости. Застенчивость бывает разной степени. Вы не умеете говорить «нет». Пить хочу. О, можно? Класс! Вы боитесь спросить дорогу? Вы стесняетесь что-то сказать или попросить. Например, попросить водителя остановить маршрутку. На остановке! Жизнь бессмысленна. Ну ничего. Буду жить в автобусе. И водитель не остановился больше никогда. Не бойся, сейчас я тебе все объясню. Итак, первый совет для тех, у кого тихий голос, или тех, кто стесняется кричать издалека. Стойте возле водителя. Только не переборщите. Достаточно стать на расстоянии, которое позволит вам спокойным голосом попросить остановку. На остановке. Второе, о чем нужно помнить, это тайминг. Ждите, пока наступит момент тишины. На остановке. Остановка, предшествующая вашей, или светофор. А что, если он не остановится и нет светофора? Что ж, если вы чувствуете, что тишина не наступает, а маршрутка летит, сметая все на своем пути, значит, настало время для особого приема. Подготовьтесь заранее и попросите своего друга помочь вам. Еще раз. На остановке! Ваша остановка. Выходите.